जय जय श्री चैतन्य जय निनंद जय जय श्री जय जयद्व चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय चंद्र जय गौर भक्त वृंदा Джай Джай Шри Шейтанья джая Нитянанда Джай Адвайта Чандра Джай Гаура Бхакта Вринда Шри Читанья Чаритамрита Текст Аделила oh. uh, Глава Восьмая, Автор получает приказ Кришны и Гуру. Текст 31. Прочитаем также перед этим текст. Если кто-то повторяет возвышенное святое имя Господа снова и снова, но любовь к Верховному Господу все же не появляется в его сердце, и слезы не текут из глаз. Это значит, что из-за из оскорблений при повторении святого имени семя святого имени Кришны не может прорасти. Тот, кто повторяет мантру Харе Кришна с оскорблениями, не достигает желаемого результата. Поэтому необходимо тщательно избегать всех оскорблений, которые уже были описаны в комментарии к 24 стиху. И текст 30. -й. ЧАЙТАНЬЯ НИТТЯНАНДЕ НАХЕ САБА ВИЧАРА Намалайте према дена ашрудхара. Перевод и комментарий Шилапрапады. Но если человек, пусть и с небольшой верой, произносит святое имя, святые имена Господа Чайтани и Нитянанды, он очень быстро освобождается от всех оскорблений. Поэтому, как только, человек, как только такой человек начинает повторять Махамантру Харе Кришна, он чувствует блаженство любви к Богу. Шила Бхакти Сиданта Сарасвати Дхакур замечает в этой связи, что если человек принимает покровительство Господа Шри Чайтани Махапрабу и Нитянанды, и следует их наставлению быть терпеливее дерева и смирение травинки, и в таком настроении повторяет Святое Имя Господа, то он очень скоро получит доступ к трансцендентному любовному служению Господу, и из его глаз польются слезы. При повторении Махамантры Харея Кришна необходимо избегать оскорблений – Однако к повторению имени, имен Гаура Нитянанды это правило не относится. Итак, если человек повторяет Махамантру Харе Кришна, но его жизнь все еще полна грехов, ему будет очень непросто достичь уровня любовного служения Господу. Однако, если, несмотря на все свои оскорбления, такой человек повторяет святые имена Гаура Нитянанды, он очень быстро освободится от последствий своих оскорблений. Поэтому прежде чем начать поклоняться Радхи Кришне, следует обратиться к Господу Чайтане и Нитянанде, то есть поклоняться Гуру Гауранге. Всем последователям нашего движения сознания Кришны мы советуем сначала поклоняться Гуру Гауранге, а уже потом, когда они несколько продвинутся в духовной жизни, мы устанавливаем для них божества Радхи Кришны, и они начинают поклоняться Господу. Чтобы достичь Радхи Кришны, необходимо сначала найти прибежище у Гаура и Нитянанды. Шила наротом Дастакур поет в одной из своих песен. Гаурангаа Балити Хабе, Пулака Шарира, Хари Хари Балите Найны, Бабе Нира, Аракабе Нитай Чандар, Каруна Хаибе, Самсарава Санамора Каби Тучха Хабе, Вишая Каби, Шуда Хабе Мана, Каби Хама Хераба, Шри Вриндавана. Поначалу преданному следует усердно повторять святое имя Шри Гаура Сундары, а затем святое имя Господа Нитянанды. Благодаря этому Его сердце очистится от скверны материальных желаний. Когда преданный может от... Тогда преданный может отправиться во Вриндаван чтобы поклоняться там Господу Кришне, не получив милость Господа Чайтания и Нитянанды, нет смысла идти во Вриндаван поскольку тот, чей ум нечист, не сможет увидеть Вриндаван, даже если попадет туда. Для того, чтобы оказаться в настоящем Вриндаване, нужно принять покровительство шестерых Госвами, читая Бхактира Самрита Синдху, Видахда Мадху и Лалита Мадху, а также другие книги, которые они оставили после себя. Только так можно понять трансцендентные любовные отношения Радхи и Кришны «Кабхама буджаба се югала Любовные отношения Радхи и Кришны отличаются от мирской любви. Они не имеют никакого отношения к этому миру. Для того, чтобы постичь Радху и Кришну, поклоняться им и с любовью служить им, надо принять руководство Шри Чайтани Махапрабу, Нитянанды Прабу и шестерых Госвами, непосредственных учеников Господа Чайтани. Для обычных людей поклонение Шри Чайтани и Нитянанди Прабу или Панча Татви доступнее, чем поклонение Радхи и Кришне. Человека не следует побуждать поклоняться Радхи и Кришне, если только он не принадлежит к числу особо удачливых людей. Ученик Неофит, который еще не очень хорошо образован и не обладает достаточными познаниями, не должен поклоняться Шри Радхи и Кришне, то есть повторять мантру Харе Кришна. Даже если он будет это делать, он не сможет добиться желаемого результата. Поэтому, отбросив гордыню, следует повторять имена Нитай Гауры и поклоняться им. Каждый в материальном мире в той или иной степени привержен греху. И потому вначале необходимо поклоняться Гуру Гауранге и молить их о милости, поскольку это позволит человеку, несмотря на все его изъяны, очень быстро подготовить себя к поклонению Виграхе Радхи Кришны. Тут надо отметить, что святые имена Господа Кришны и Гаура Сундара одинаково тождественны Верховной Личности Бога. Поэтому неправильно считать, что из этих имен более могущественным, что одно из этих имен более... Поэтому неправильно считать одно из этих имен более могущественным, чем другое. Однако, принимая во внимание положение людей этого века, можно сказать, что повторять имя Шри Чайтани Махапрабу важнее, чем Махамантру Харе Кришна, поскольку Шри Чайтани Махапрабу самое великодушное воплощение Господа, и его милость легко доступна. Поэтому вначале необходимо найти прибежище у Шри Чайтани Махапрабу, повторяя Шри Кришна Чайтани Прабу Нитананда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васари Гаура Тот, кто служит Гауре Нитананде освобождается от оков материального существования и обретает способность поклоняться Божеству Радхи и Кришны. Омагьяна Тимирам Дхасья Генан Джана Шалакая Чакшуран Милитам Йена тасма Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манам Бхиштам Стхапитам Йена Бхутале Сваям Рупа Кадамахьям Дадати Свапа Дантикам Ванча Калпа Тарубешча Крипа Синдхупе Вача Патитанам Павани Бхио Вайшнави Бхио Намо Намаха Nama om višnu pade, krishna preštha je bhutadej, šrimate bhaktividanta s vami, niti namine. Namaste sarasvate devi gauravani, pračarine, nervišeša šunjava di pašte djade, šatarine. Djaj šri krishna čaitanja, prabu niti ananda. Šri ja dva italgada atharas riva sadikaura bhaktavrinda. Hare krishna, hare krishna, 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 krishna hare krishna. Харе, Рама, Харе, Рама, 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 Харе, Харе. Чайтаня нитянанде нахе эсабавичара, намалаиты премадена, бахе ашрудхара. Но если человек, пусть и с небольшой верой, произносит святые имена Господа Чайтани и нитянанды, он очень быстро освобождается от всех оскорблений. Поэтому, как только человек... Такой человек начинает повторять Магамантру Харе Кришна. Он чувствует блаженство любви, любви к Богу. Автор читания Черетамриты призывает принять прибежище у Господа читания Господа Нитянанды. До этого, в первых главах, читания Черетамры Кришна с Госвами описывает Татву, Нитянанда Татву. Гауранга-татва, Адвайта-татва, описывает положение Господа Чайтани и его ближайших спутников. Это реализация Кришнодаса Кавираджи Госвами, подобно тому, как веса погрузившись в транс, увидел абсолютную истину, и после этого этот транс, это осознание было обличено в форме Шримад-Бхагаватам, подобно этому Кришнодас Кавираджи Госвами Облекает свою реализацию э, в форме этих глав Шри Читания Чаритам это где он описывает татву, положение Господа Читания, положение Господа Нитянанды. И эти сокровенные истины неизвестны даже великим знатокам ведических писаний, даже многим великим преданным это неизвестно. Э, многие великие преданные, которые посвящают всю свою жизнь, поклонению Господу в его, в его величественных формах Нараины или Рамы, не знают этих истин о том, что Верховная Личность Бога, Кришна приходит в этот век Кали вместе со своими ближайшими спутниками, со своими экспансиями, первые из которых Нитянанда. То есть это реализация очень сложно обретается, и через самостоятельное изучение вет нельзя прийти к такому выводу. То есть нельзя прийти, или точнее, нужно сказать, сложно прийти к этому выводу, к выводу о том, что Господь Баларама является первой непосредственной экспансией Кришны, то есть в других сампрадаях, в других вайшнавских традициях они принимают Кришну как Экспансию, непосредственную экспансию на Райны. Да? То тогда как Шримад Бхагаватам утверждает Кришну как Своям Бхагавана или «пу Ади Пурушу, изначальную личность, источник всех воплощений и аватар, то есть, эти истины очень сложно понять через самостоятельное изучение вет. Но по милости Господа Нитянанды даже даже, даже глупец. А, Агена, Агена Агьяна Пи. А, с вами говорит о том, что даже глупец Агьяна, человек, который лишен знания, и фактически Агьяна означает, указывает на человека, который не только лишен знания, у него даже нет предпосылок, чтобы его обрести, он не способен обретать знания. То есть очень глупый человек. И вот по милости Господа Нитянанда даже глупый человек может осознать его величия, осознать то, что Нитянанда является непосредственно Господом Баларамой, вторым телом Господа Кришны. И Кришна, и Баларама являют себя в Кали-югу как Шричитане Махапрабу и Нитянанда. Вот эта вот это татва описывается в начале читания Чаритамриты, это является реализацией таких великих душ, как Кришнадаская Рашга с вами, Шесть Госвами Вриндавана до него, впоследствии Ачари Парампары, все поклоняются Шри Нитянанде и Шри Чайтани как непосредственному проявлению, как непосредственно Верховной Личности Бога, самому своему Бхагавану Кришне и его первому, первой экспансии, его второму телу, как да, называют Господа Нитянанду или Господа Балараму часто. А, а, вот такова, та, такова промана, доказательства, откуда мы узнаем, откуда мы получаем это сокровенное знание о, о положении Кришны и Баларамы, положении Господа Чайтани и Нитянанды самореализованной личности, откровения или реализация самореализованных личностей такова, таких как Кришнадаска Рашга с вами, Бхактисиданта Сарасвати Шилапраупада. Мы, опираясь на их авторитет, принимаем Гауру и Нитая как верховную личность Бога и ищем их милости, поклоняясь божествам Шиши Гуру Гауранги или Шриши Гаура Нитая. И повторяя их имена, прежде чем приступить к повторению святых имен Радхи и Кришны, Хари Кришна Махамадры. Мы следуем по стопам этих великих душ, и таким образом, по их милости, мы можем легко обрести вот эту реализацию, осознать положение Господа Читания Нитянанды как верховных личностей Бога. То есть одна из проман – это реализация великих личностей, нити ситх, которых мы принимаем нити ситхами. Для этого есть другие причины, тоже большая тема. Это все относится к методам постижения, к методам получения знания. Откуда мы знаем, что какое-то знание является истинным, а какое-то не неистинным? Откуда мы знаем, что Шри Нитянанда и Гауранга являются верховной личностью Бога? Откуда мы знаем, дорогие преданные? Откуда мы это знаем? Из интернета? Ними прогул в интернете. Вы раньше узнали, тогда не было интернета. Мы Откуда знаем, что Господь Читание является верховной личностью Бога? И, соответственно, Господь Нитянанда. Не, не, не может быть Нитянанда без Читания. Невозможно осознать положение Господа Нитянанда, не, по, не осознав положение Господа Читания. И невозможно узнать, осознать положение Господа Читания без милости Господа Нитянанды. Это очень интересный эзотерический факт, что по милости Господа Нитянанда мы сначала постигаем положение Господа Читания и уже как следствие мы понимаем положение Господа Нитянанды. То есть по милости Господа Нитянанды нам открывается положение Господа Читания, и потом, как следствие понимания положения Господа Читания, мы понимаем положение Шри Нитянанды Прабу. Об этом говорит а, а, Баксинот Такур в Навадхипадам Мамахатме. Сейчас прочитаем, но вот этот вопрос, откуда мы знаем. Мы опираемся на авторитет самореализованных личностей, в Ачаре великие преданные, которые проповедуют, являются воплощением, бхагаватами, проповедуют и эту истину, и поклоняются Господу Чайтане, Нитянанде, и как Верховной Личности Бога. Великие преданные, такие как Шилбрупада, Падабу, Санодакур и так далее, Гуру Парампара, это авторитет как называется этот авторитет? Гуру Саду Шастры. То есть этот авторитет Саду. Мы опираемся на авторитет великих личностей в цепи ученической преемственности, в традиции. Сначала у нас есть какие-то основания принимать их великими личностями, не те ситхами, особо лишенными четырех недостатков. И поскольку мы принимаем, что они лишены четырех недостатков, мы принимаем все истины, которые они проповедуют и воплощением которых они являются, является их Ачар и их поведение. То есть мы принимаем Господа Читания, потому что очари гаудеи Сампрадай поклоняются ему, как Иштадевати, то есть как главному божеству, принимая его тоже Саратха и Кришной, соответственно Господа Нитянанду, как его непосредственную экспансию. То есть это авторитет называется саду. гуру саду шастры, то есть мы опираемся на саду. Гуру, в данном случае гуру, это большая категория. Мать, отец, духовные учителя, шикша, дикша, гуру, шравана гуру. Люди, которые следуют этой традиции в данный момент, в современ... наши современники. Это, то, это все относится к категории гуру татвы. Смотрите, вся Бенгалия поклоняется Господу Читанию Нитянаде. Здесь нет других традиций вайшнавских. Заметили, что здесь нет других вайшнавских традиций. Если вы увидите какую-то какой-то другой сампрада, они имбарка, шри сампрада, это просто люди переехали ради бизнеса или ради еще чего-то. Допустим, можно найти последователей шри сампрада здесь, но они окажутся марвари, то есть они иммигранты из других штатов. Вайшнавизм означает, в Бенгале означает гаудеи вайшнавизм. Здесь нет другого вайшнавизма. Здесь миллионы Миллионы людей из поколения в поколение поклоняются Господу Читанию Нитянанде, как Верховной Личности Бога, это гуру. На чем они основываются? Они основываются на саду, на авторитете великих личностей, экстраординарных проповедников, Шримад там и принципов Бхакти, таких как Бхакти Сиданда Сарасвати, Наротом Дастакурране, Шесть гасвами, да, которые. Доказали авторитетность всех гаудеи Вайшнавских доктрин в своих трудах, описали подробный процесс бхакти. То есть, какой итог принятия прибежища в гаудии Сампрадае? Какой результат, когда человек принимает прибежище в гаудии Сампрадае? Какие-то есть результаты? Какие, Какие результаты принятия прибежища? Нет никаких. Все так же остается на своем месте. А? Приняв прибежище в Гаудей Самбрадай, человек, как сумасшедший, повторяет святые имена Кришны постоянно, некоторые по много часов в день. А... 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 Человек посвящает себя процессам бхакти, Шраванам Киртанам, Вишна, Смарнам, а то есть он полностью, полностью занимает свои чувства преданным служением Верховной Личности Бога. Положение которого очевидно из таких писаний, как Махабарата, Шримадбхага, Упанишады. А, то есть он полностью соответствует, он, этот человек, принявший прибежище в Гаудей Сампрадайе, полностью соответствует качествам Вайшнава и стандартам, утвержденным Шрути Смрити и Пуранами. То есть он, он, он полностью является Вайшнавом. И любой Вайшнав из любой другой традиции, не принявший прибежище, в Гаудии если он вообще вайшнав, он не может не признать, что эти люди вайшнавы. Да? И какой еще результат прибежища, принятия прибежища в Гаудии Самбрадая? Человек опирается на авторитет Шарути, Смрити, Пураны, Панчераторики. Да? Рупа Госвами утверждает этот принцип. Шарути, Смрити, Пурана,ди, Дипанчератор, видхим вина. Ах, Акантики Калпате. Если человек не опирается в своем преданном служении на авторитет Гуру, на авторитет Шути, смотрите, Пуран и Панчаратрики, то что это такое? Как такое преданное служение называется? Утпад, да, беспокойство общества. Он просто беспокоит общество. Это очень тонкий момент. Кто-то может думать, да любой бхакти лучше, чем бхакти. Как говорится, «Плохой дядя лучше, чем никакого дяди». Нет, лучше никакого бхакти, чем плохой бхакти. Утпад. это беспокойство в обществе. Даже, даже, даже проповедь принципов бхакти, смешанная с апаситхантой, является опасной и вредной для общества. Да? с вами отмечает, что люди, которые не подвергают тщательному анализу то, чему они учат, не заботится о том, чтобы все, чему они учат, основывалось на авторитете шастр, а проповедь таких людей очень опасна для общества. Хотя там могут звучать слова Кришна, бхакти, предание и так далее, и так далее. Атма, мы не тело. Очень хорошие вещи, правильные могут звучать. Но итог, это опасно для общества. Это другая тема. Видя о виде Ложное знание хуже, чем отсутствие знания. Ложное знание хуже, чем полное отсутствие знания. И, да, вот такие результаты, когда человек принимает прибежище у Гауры и Нитянанды, и их прямых последователей, шести Госвами и других очарев э, э, Ачарев в Парампаре, он проявляет качество вайшнава, он погружается полностью в преданное служение, занимая все свои чувства служением господину чувств. Хришикена, Хришикеша, Севанам Бхакти То есть он демонстрирует высший уровень понимания науки о Бхакти на практике. Вот такой результат принятия прибежища у Господа Читания, Господа Нитянанды. Но откровение, но основа для принятия самих Господа Читания и Нитянанды, самая промана, на основе которой принимают Господа Читания Нитянанду как верховную личность Бога, Является откровение великих вайшнавов этой традиции. То есть, частично мы, основ... мы основываемся на откровениях очаре э, в, в традиции, частично на Шрути смотрите, Пуранах и Панчаратовике. Да? То есть звучит как бы, что что-то находится за пределами Шрути смотрите Пураны и Панчаратовики. Может быть, да, какие-то эзотерические аспекты, параки, сваки, положение Шичтани Махапрабху, положение Дарани, Радарани, то есть другие вайшнавы по-другому понимают Шиматера Радарани, в разных сампрадаях по-разному. В шесть Сампрадаев вообще не знают, кто это, не, вернее, не знают. Они думают, что гопику, лучшую из гопи, которая описана в Шимат Бхагаватам, там есть Отношение Кришны с гопи, и там есть некая гопи, которая лучшая из всех этих гопи. Шри Вайшнава считает, что вот эту вот гопи, гопику, лучшую из всех гопи, мы называем Радхой. И шри Вайшнавские пандиты говорят, ну, мы не против, ну, если они ее называют Радха, пусть называют, но имени Радха мы не встречали в Шастах. По крайней мере, они не знают таких шастов, где можно встретить имя Радхарани. Там есть э, другая презентация Кришна Лилы, где Кришна женится на девушке, которая является э, дочерью брата Яшодымай. Ну и забыл ее имя. Ну, в общем, немножко под... другая. Э, другой взгляд на это, другие истины им открыты. Очень многие вещи, положение Шиматера Дарани положение Шичтани Махапрабху и его спутников, положение Баларамы как первого экспансии Кришны. Шри Вайшнава принимают, что Баларам не является непосредственным проявлением Нараины, он является непосредственным экспансией Санкаршины. Тогда как Кришну они считают непосредственным проявлением Нараины. Шрила Прупада об этом говорил, что поделать. Мы считаем первым того, кого любим. Но но, в принципе, на то, что понятно Рамануджи, понятно и нам. То есть здесь спор, идет, здесь спор не выходит за рамки трансцендентной реальности. Понимаете, да? То есть в любом случае Кришна и Нараяна верховная личность Бога, трансцендентная Нарайяна, Парави Актат, трансцендентный к материальному творению. Эти эзотерические истины, основы мы получаем, проманы являются откровения великих Ачарьев нашей традиции. Мы опираемся на откровения и кто-то может почувствовать комплекс некий. Упс. У нас все-таки основой являются откровения очарев нашей традиции. Но есть хорошая новость: кто нас может в этом обвинить? Только представители других четырех других сампродай вайшнавских. О, вы, вы основываетесь на откровениях своих каких-то учителей. О, да, мы основываемся, но посмотрите, они же совершенные вайшнавы. Посмотрите их жизнь, посмотрите на их качество, посмотрите на то, какой результат их проповеди, да, посмотрите на то, как они представляют науку сознания Кришны в строгом соответствии с шастрами. Да. Мы читаем Бхагавадгиту, мы читаем Шримад мы не... Э, у нас нет каких-то грант вместо этого, как, допустим, есть одна Апасампрадая э, в, в Индии, с вами Нарайна. Они не читают Бхагавдхиту, у них есть какая-то книга авторства вот этого с вами Нараина, преданного, на самом деле, которого они возвели в положение Бога, возвели, возведя его в положение Бога. Это, это обычное явление, когда преувеличивается положение саду или ача... гуру саду или ачарьев, преувеличивается положение, то это покрывает ломает, ломает, нарушает, нарушает связь с шастрами. А, преувеличение, преувеличение положения саду ломает связь с шастрами. И с вами Нарайна, а по теперь уже именно это и произошло. Приняв его как Бога, они больше не читают Бхагавадгиту, да, то есть это не является их главной гранхой, и главной шастрой. Но тогда как результат проповеди истинных очарев Бхагавадгита, как она есть, результат проповеди истинных ачарья Вайшнавов. Человек принимает прибежище в Бхагаватгиту. В Бхагавадгите поклоняется ей как не от Господа, принимая ее положение как трансцендентное, цитирует Бхагавадгиту, проповедует Бхагаватгиту, следует Бхагаватт то есть это результат деятельности совершенных вайшнавов, уполномоченных представителей Господа, приходящих в этот мир. Как мы можем не поверить их откровениям, когда Бхактинот Такур говорит, что вот здесь еще один э, лес, вот где находится. Самадхи, Мандит Шил по Самадхи находится в Ишодин. лес и он описывает лес Ишодин. он описывает, что здесь происходит на уровне а пракрита, он видит эту трансцендентную реальность на Вадхипадхаме. А почему мы, не, как мы можем не верить Бхактину Такуру, если он является совершенным вайшнавом, да, в совершенстве постигшим науку о Кришне, науку о преданном служении. А, то есть нас могут упрекнуть другие а сампрадаи, но хорошая новость, они не могут нас упрекнуть, потому что каждая сампрадая частично основывается на откровениях Ачарьев, которые являли нити ситх, которые приходили в эту сампрадаю. То есть сампрадая контролируется и поддерживается нити ситхами, которые периодически приходят в это, в, в эти, во все традиции, чтобы поддерживать эти традиции, а да, иногда придавать им более эффективную форму, как это сделал Шилупрупада, ничего не изменив, да а приспособил эту традицию, не поменяв ее принципы. И все все, все сампрадаи основываются частично на откровениях. Альвары, святые нити ситхи, приходящие тоже в материальный мир, их откровения являются основой учения шри сампрадайи. То есть они были вне То есть Некоторые альвары, нам альвар в частности приходил, Пять тысяч лет назад. И он не приходил в Шри Сампрадай, Он просто пришел в материальный мир. Они были подобны Нитянанде, а Вадутами. Не от, не от мира сего. Да, и его откровения нахуй, лежат в основе э, учения Ачари. И да, И вот этот, да, кстати, к Дню явления Господа Нитянанды. Очень уместно будет обратиться к откровению вот этого нама-Альвара. Пять тысяч лет он написал: есть труд, забыл его название, пророчество. Он написал пророчество. Нам Альвару принадлежит некий труд, пророческая такая шастра. И он там говорит, что он видит. Ему открывается видение будущее. Он видит будущее, и он говорит: Я вижу людей, которые с поднятыми руками поют имена Господа Мадовы. А на их лбах вертикальные знаки Вишну, и они поют, охваченные экстазом, и танцуют. И я вижу, что их становится больше и больше, да? я вижу, что весь мир становится таким. И он говорит, о, люди, присоединяйтесь к этим преданным. Это, это то, что он видит пять тысяч лет назад, и то, что мы видим сейчас. То есть иногда, чтобы поверить во что-то, принять что-то не слепо, а по-настоящему, недостаточно одной проманы необходимо сочетание проман. И вот эта шабда, откровение великой души, которая видит это будущее, что люди с поднятыми руками поют и танцуют имена Господа Мадовы, поют и танцуют, поют имена Господа Мадовы, танцуют в экстазе, да, у них тилоки, их становится больше, весь мир становится таким, присоединяется к ним. Я вижу это, он говорит, я вижу, я вижу, он повторяет эти слова, я вижу, я вижу, там несколько шлок. Есть книга, ее можно купить, где это все подробно описано. Uh, uh, и мы... Это шабда, откровение великой личности. А теперь мы просто, как ними пробусают, заходим в интернет и смотрим фотографии uh, с руками поднятыми, стилоками по всему миру. вот, И что надо делать? Надо послушать нам Альвары, присоединиться. Надо. Uh, потому что все равно весь мир станет таким. Лучше раньше, чем быть где-то там позже. Uh. То есть, откровение великих душ мы принимаем как Шабду. И также да, к основе на откровениях можно добавить, что все веды являются откровением. Все веды являются материальный мир как откровение великих душ. Да, источником ведического знания является Нарайна, но различные аспекты этого знания являются через различных риши, мудрецов или преданных, чье сознание чисто, через них являются шастры. Через яги Валкию явилась, Яджурведа, да, Яджурведа, в частности, где частью которой является шриша панишат, то есть Шри, 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 эти мантры, они вечные они появляются в материальном мире в неизменном виде в, пред... в других вселенных, которых все знают сколько да, как безграничное множество во всех других вселенных Шри Шапанишат звучит точно так же букву в букву. Когда вселенная уничтожается, полное уничтожение происходит пралая и потом опять создается. Веды, изначальные Веды, четыре Веды, их мантры ведические Шрути. Не, не Пураны. Пураны все время меняются, но они объясняют шрути, веды. То есть не меняется знание, суть Пуран. Но исторические детали, форма, так сказать, повествования может меняться. Но Шрути никогда не меняется. Когда все, во всех вселенных они звучат одинаково, слово в слово, буква в букву. И когда вселенная уничтожится, опять возникнет необходимость в том, чтобы проявить ведическое знание в этой вселенной. Шриша Панишат опять будет звучать так же. И и Дам Сарвам. Он никогда, это никогда не меняется. Но это всегда приходит через, через Риши, через великих личностей. Да? То есть эту мантру, своему своим Хуламану, вознес, Прославил Господа и вознес ему молитвы, находясь в опасности, когда его хотели на него набросились ракшисы и Якши. Да? И он, он, он искренне прославил Господа и вознес ему молитвы. И что получилось? Получился Шриш Панишат. Получились те самые мантры, которые вечно существуют. Да? То есть все веды являются откровением, источником ведического знания изначально является Господь Брама, и какие-то разделы вед, ведического знания проявляются через некоторых риши, и иногда ведич... шастры утрачиваются, исчезают. Тогда э, возникает необходимость явить недостающие мантры э, какой-то шастры через какую-либо личность, то есть это в любом случае все, на что мы опираемся, является откровением великих душ, великих личностей. Но так или иначе, между этими откровениями есть градация. Шрути является откровением первого порядка, первого уровня, высшего уровня, высшей проманы. Шрути это изначальные веды, туда относятся упанишады. Смрити, Пураны и Тихасы, Махабараты, Рамаина относятся к промане другого уровня откровения великих личностей, саду, явленных уже в Сампрадае, уже в процессе века Кали да, являются откровениями другого уровня, третьего уровня, скажем так. И положение шри Махапрабху, как мы уже сказали, что не может, не, нет Нитянанды без читания, без без Кришны читания нет Нитянанды. То есть Кришна читания на многие языки это двусмысленное выражение. То есть, если мы понимаем положение Шичтани Махапрабху, мы, тогда мы будем понимать положение Нитянанда. Если же мы принимаем положение Шичтани Махапрабху, но отвергаем Нитянанду, то Кришнадовская с вами таких людей называет Пашанди, атеистами. Это, ате, это, атеизм. Или лучше вообще быть атеистом, чем совершать такое оскорбление. Если то есть нет Кришны Чайтани без Нитянанда, означает без милости Господа Нитянанда нельзя Uh, постичь Господа читания и, и стать слугой Господа читания. И нет uh, Нитянанды без Кришны читания, uh, uh, поскольку без, uh, именно по милости Господа читания Господь uh, Нитянанда проявляет uh, вот это самое главное Госп... качество Господа читания, Намомахавдания, милость. Это качество проявляется в Господе Нитянанде для удовлетворения Господа читания. Господь Нитянанда проявляет это качество в большей степени, чем сам Господь Чайтаня. По его милости, благодаря его проповеди, перед, для живых существ раскрываются истины священных писаний, истина о преданном служении. И двусмысленность в этом выражении. Без Кришны Чайтани нет Нитянанды. А Кришна-читание на многие языки в Индии до сих пор переводится как сознание Кришны. То есть сознание Кришны переводится, вот можно в книгах открыть, сознание Кришны будет Кришна-читание. это сознание, Кришна ⁇ это Кришна. Кришна-читание ⁇ это сознание Кришны. То есть Господь Нитянанда делает сознание Кришны очень доступным. Вся Бенгалия является преданными Господу Гауранги, потому что Господь Читани, следуя приказу Господа Гауранги, проповедовал с Харидасом Такуром в Бенгалии. Господь Читани не проповедовал здесь сам, говорил, я не могу, ты иди проповедуй. И здесь проповедовал Господь Нитянанда сея семена Бхакти, которые впоследствии были полеты и взрослены проповедью Шимананда, Наротума и Шриниваса. Вайшнавизм распространился широко в Бенгалии по милости Господа Нитянанды и его вечных спутников, которые приходили в Сампрадай как вот эти великие очари. И таким образом, по милости Господа Нитянанды, сознание Кришны стало доступно. Стало доступно в Бенгалии, где в основном жили племена. Да, то есть люди не цивилизованные, а если и цивилизованные, то это были смарты, отдающий предпочтение поклонению дурги, шахты. То есть Бенгалия можно, можно смело это произнести, была погружена в невежество во всех, в глубочайшее невежество, в дремучее невежество, в безнадежное невежество. Но по милости Господа Нитянанды, она превратилась в святое место, где человека с вертикальной Гауди Вайшнавской тилкой можно встретить в любом городе, в любой деревне. И даже много таких людей, где очень большая вероятность просто встретить Харинаму на какой-то улице или услышать колокол в храме Радхи и Кришны или, Госп... или Гаура... Гавра... Гададхара. В основном поклоняется Гаура Гададхара здесь. И вот это чем быстрее, тем лучше для нас принять прибежище у Господа Читания и Нисянанды, как повторяя их имена и поклоняясь Гаурнита и Панчататве. Тогда даже глупец может осознать их положение. А если мы осознаем их положение, мы станем, очистимся и обретем квалификацию для того, чтобы служить Радхи и Кришне лично. Во, во, Вриндаване. И я прочитаю то, что Бхактина Такур говорит о милости Шри Нитянанды в Навадивадхама Махатме. Шри Чайтанья – самое сокровенное из аватар Кришны. Хотя я знаю, что Он Всевышний Господь, Его деяния сокровенны. Священные Писания лишь намеком упоминают о них Оттого их не в силах постичь непреданные». священное писание намеком, да. Авторитет. В Шруте мы принимаем Шриман Бхагаватам условно относится к Смрити Прастхане, потому что он не является Пураной, но он также является комментарием автора Виданта Сутр на Виданта Сутры. Да? Поэтому философия, которая содержится в Шриман Бхагаватам, это веданта, это суть всего ведического знания. И в Шримад-Бхагаватам, и это Шрути, кто хочет, как? Шру, Шрути или Смрити, или и Шрути, и Смрити. В Шримад-Бхагаватам, в Махабарате есть шлоки, которые говорят о воплощении Господа в Калиюгу Чхаяна, Аватаре, о скрытом воплощении, который будет со своими спутниками проповедовать Санкиртану Сан и орудием, орудием его проповеди будет именно являться святое имя. Кришна Твиша Кришнам, Санго Пангастара Паршидам, Ягьяй Санкиртана Праяй, Яджантихи Сумеда Сахай. Разумные люди будут поклоняться воплощению Господа в Кали-югу, который проповедует Санкиртаны Ягью вместе со своими спутниками. Это предсказание. Предсказание есть, это шабда, так, ну и где же воплощение Господа со своими спутниками, проповедующие Санкиртану? Где? Вот, вот они, да. Господь Читания, Господь Нитянанда. Больше нет никаких кандидатур. Некого рассматривать, не за кого голосовать. Они проповедуют Санкиртану. Яге... Э, Санкиртана э, Сан, Сан и Капитарова, они являются отцами движения Санкиртаны по их милости движение Санкиртаны утвердилось в этом мире и распространяется, как его Прабхупада подобно пожару. Так, таким образом, это благодаря милости великих преданных спутников Господа Читани и Нитянанды, нам эти намеки в священных писаниях, нами эти намеки в священных писаниях воспринимаются как нечто Абсолютно очевидно. Да. То есть мы видим, да, это речь, речь идет о Господе Читании, о Его спутниках. Да. Все эти шлоки становятся для нас очевидными, потому что по милости Господа Нитянанды, Ачария является непосредственным проявлением Господа Нитянанды. Однажды Шила Праупада, не, не могу уточнить эту речь, в своей одной речи сказал, мой духовный учитель, который является Нитянандой, то есть буквально My Spiritual Master, who is Нитянанда. то есть интересно. Да, называет Бхактистан Царасвати Нитянандой. что это может значить? Это значит то, что Нитянанда и Баларама это Гуру Татва. Да. и каждый гуру является представителем Нитянанды Баларамы. И также Нитянанда означает вечное блаженство, то есть, это фактически синоним слова Кришнананда из мантры Гайтри, Гуру Гайтри. Кришнананда, тот, кто погружен в блаженство, служение Кришне, или тот, кто своим служением вызывает блаженство, ощущение блаженства у Кришны. Это взаимно. То есть, невозможно испытывать Кришнананду или пережить бхакти-расу, не, не будучи потенциально способным вызвать блаженство или расу удовольствия у Кришны. То есть, когда преданный своими усилиями достигает этой цели, удовлетворяет Кришну, в этот момент он испытывает блаженство, он счастлив. И поскольку Кришну несложно удовлетворить, преданные счастливы, потому что преданные просто повторяют Хари Кришна, вкушают просад, получают даршин божеств, слушают о Кришне. Это само по себе приносит счастье. А почему это приносит счастье? Потому что эта деятельность доставляет удовольствие Господу. Да, то есть это не механистический процесс. Это раса, бхакти-раса. Нитянанда – это синоним Кришнананда. То есть Нитянанда, почему духовный учитель не отличен от Нитянанда, почему он является Нитянандой? потому что это Гуру Татва, это проявление Нитянанда, он учит тому, как погрузиться в это блаженство преданного служения. Он сам погружен в это блаженство. Мы тоже можем сказать, что Шилобрупада не отличен от Нитянанды. И некоторые вайшнавские группы преданные, рассказывал он, увидел книгу где-то в Навадвипе, вот. И он заметил там фотографию Шилу Правпады. И под фотографией Шилу Правпады, в книге, выпущенной какой-то другой вайшнавской группой, не, не Искон, там разные, разные были фотографии. И под фотографией Шилу Правпады было невзначай написано не тянанда Веша Аватара. А Чебак Тивиданта с вами про да, то есть э, это, не, это не является спекуляцией, это, это не является отступлением от Сиданта, это безусловно так. Шилабрупада является Нитянанда веша Аватарой, поскольку только Нитянанда может проповедовать так успешно. Даже Господь Читания сказал, что я не могу, иди проповедуй в Бенгалии ты сам предпочел остаться в Джаганадхапуре. Да, то есть Нитянанда распространил культ Господа Чайтани по всей Бенгалии, и его уполномоченный представитель сделал даже больше, чем сам Нитянанда. Потому что, по сути, просто пришло время, и Господь Нитянанда совершил эти удивительные деяния в форме Шива Праупада. Это не означает, что Шива Праупада, Вишнутатва Шива Праупада, великий преданный Господа, но в нем проявилась это Авеша, это... Эти полномочия, эта сила распространяет сознание Кришны. Таким образом, по милости Господа Нитянанды, сознание Кришны становится доступным, и положение Господа Читания становится понятным. И да, дальше прочитаем про милость Господа Нитянанды. Мы не всегда понимаем, что то, что с нами происходит, является милостью Господа Нитянанды. И вот, этот, вот, вот эти абзацы могут помочь прочувствовать это. Священное писания лишь намеком упоминают о сокровенных деяниях Господа Чайтания, о его положении. От того их не в силах постичь непреданные. С незапамятных времен сама иллюзия Майя Деви скрыла от в боготкровенных писаниях истины о Шри Чайтании от глаз ученых-знатоков священных книг. Вот по какой причине все касающееся сочетания указания, как открытых, так и неизвестных людям писаний, пребывали в глубокой тайне. То есть Майя, Деви скрывала утверждение священных писаний, указывающих на положение Господа читания Нитянады. Поэтому даже великие знатоки священных писаний... Сейчас закончим. А, да, окей. Ну, в общем, здесь говорится, что... Не буду читать все тогда. Здесь говорится, что в какой-то момент Майя убрала покров со священных писаний, эти истины, а сочетание Махапрабу стали очевидными для знатоков священных текстов. И почему это произошло? Потому что именно Господь Нитянанда приказал Майе Деви открыть эти истины. А, то есть, по милости Господа Нитянанды, сознание Кришны становится доступным. Поэтому рекомендуется настоятельно в стихе, котором мы прочитали, принять прибежище у Господа читания Интинанды, повторяя их святые имена, поклоняясь их божественным формам. Шинитянанда Прабуки, Шила Прабхупадаки,